Всем большущий привет. В общем, вышло это обновление, и давайте посмотрим на новый грузовик. Вот он. Такой вот винтажный грузовик. Ну, неплохой такой, на эту лошадь чем-то похож. Только та с дилижансом была, тут какое-то ведро. Если честно, стоит он 12 тысяч медалек. Ремонта, давайте их так назовем. Ну и давайте посмотрим, что есть. Скорость лечения плюс 40%. Вот это вот мега топчик. И мне очень обидно, что я вчера вот сюда вот слил свои коричневые штучки. В любом случае, штука прикольная. Скорость лечения, сами знаете, это очень важная вещь, потому что лечение заканчивается очень-очень быстро. По внешнему виду. Что из хорошего? По сравнению с обычным грузовиком, здесь 100% максимальные эффекты. Здесь 120. Атака отряда, защита отряда, здоровье отряда. Это круто. То есть здесь, если 13 миллионов у грузовика максималка, здесь у винтажного грузовика 16 миллионов максималка. Но характеристики. Винтажный двигатель грузовика, эффект навыков отряда с транспортом, наносящих урон. То есть это взято вот отсюда. Эффект навыков отряда с транспортом, наносящих урон. Честно, я смотрел вот этот грузовик, он мне вообще как бы не очень заходил в плане своих характеристик, то есть вот этих вот эффектов. Но, опять же, да, здесь не 10, уже 15% все-таки, и внешний вид все-таки 120%, а не 100. Так что, возможно, она будет интереснее. Потому что здесь урон, наносимый отрядом, а здесь эффект навыков отряда с транспортом, наносящих урон. Вопрос в том, что из этого лучше, я даже не могу вам ответить. Возможно, этот и лучше, эта вещица. То есть я вот про эффект навыков отряда с транспортом, наносящих урон. Блин, по сути, это увеличение силы навыков, а навыками ты бьешь чаще. По идее, это должно быть эффективнее. Но как это действует на самом деле, я вот вам не могу ответить на этот вопрос. Потому что я сколько не замечал, вот этот грузовик, он слабее, чем вот этот. То есть именно что урон получая, урон наносимый отрядом, он получается, возможно, берется и навыки, и обычный урон. А эффект навыков, это только применяемый к навыкам. То есть как это работает, нигде это не прописано, нигде вы это не узнаете. Здесь очень большой рандом, то есть так, что просто переставив грузовик, вы не поймете, лучше или хуже. Но в любом случае, грузовик стоит к покупке. То есть, допустим, качаете этот и качаете этот. Ну, либо, я не знаю, пока я не буду вот этот грузовик сбрасывать, я буду с ним играть. Возможно, в будущем переделу. Но это, опять же, надо тестить. То есть просто так сказать я вам ничего не могу. Купить? Да, купить его 100% надо. И прокачать. Вот он. Винтажный грузовик. Улучшить, потому что скорость лечения, она реально нам нужна. Все. Теперь у нас есть грузовик. Как он выглядит, давайте посмотрим. Повешаем сейчас его вот сюда. И посмотрим, как он выглядит в атаке. Так, давай 26-го зомби какого-нибудь, то, чего мне побиваем. Атака. Ну, ничего, так прикольненько вроде смотрится, да? Как он бежит? Он какой-то маленький. Такая малюська. Ну, ничего такого прикольного на самом деле. Поражение. Ну, на самом деле, реально клёвый. Так. По прокачке. По прокачке. А мы сейчас посмотреть не сможем, да. Ну, вот, допустим, первый уровень 1,5. Тут первый уровень сразу же 4,2, да, идет. То есть чуть-чуть дороже, но сразу повышает гораздо больше процентов. Ну, блин, он за счет 120%, конечно, он, возможно, реально и поприкольнее. То есть, возможно, и будет стоить его пересмотреть. То есть, в любом случае, ставим жирный плюс, потому что в целом повозка неплохая, интересная. Нужно тестить. А на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем до новых встреч.